have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Dishonored 2. Мы с вами остановились здесь, прочитали вот эту книжечку в конце прошлой серии. Теперь пойдем дальше. И я тут, поразмыслив, пришел к некоторым заключениям. О, монетки. Так вот, чем бы я хотел поделиться с вами, то что... Корво отвратительно исполняет свою работу, то есть он же королевский защитник. И что в прошлый раз он не смог защитить королеву, и в этот раз, собственно, ну, императрицу, королеву, собственно, ребят, извините, можете придираться, но суть вы понимаете. Да, так вот, как бы со стороны, с профессиональной стороны, он отвратительно выполняет свои обязанности, потому что оба раза по его вине... В прошлый раз... О, а там что-то есть? Блин, я добрался до этого сундука. Тут что, ничего нету? Серьезно? Опа. Хм. Я уже второй раз завожу часы, но я не знаю, что мне это дает. И они в таких неочевидных местах. Одиннадцать? Второй раз я их завести не могу. Сейчас они то ли 11 показывают, то ли что-то такое. Ладно, я надеюсь, это ничего серьезного, мне это не пригодится. Вот, так, собственно... О! Ну-ка, башня Даунволла. Отрывок из труда по истории башни Даунволла. Более... Это не первая, не... Ну, обычно, просто отрывок, хорошо. Более века башня Даунволла была сердцем острова Гристаль и престолом Империи. Правители приходили и уходили, каждый добавлял что-то к постройке. Сады, обсерватории, новые стены, бассейны и особые внутренние покои для удовлетворения собственных потребностей и прихотей. Башня Даунволла пережила немало войн, несколько крупных пожаров, а ее северное крыло обрушилось и было восстановлено. Сначала к империи присоединились Тивия и Сирконос. Или Сирконос, до сих пор не знаю ударения, не помню, как будет. Дольше всех сопротивлялся Морли. Вооруженные конфликты вызвали необходимость в дальнейшем укреплении башни. Неоднократные покушения в конце войны с Морли привели к учреждению должности защитника короны. И каждый правитель тщательно выбирал своего защитника. Видите? Это... Как раз в подтверждение моих слов, потому что в прошлой серии мы где-то в какой-то книге или в какой-то бумажке мы читали, что предыдущая королева, предыдущая императрица выбрала Корво, не тщательно выбрав, а просто из прихоти, потому что она хотела позлить придворных, то есть она просто выбрала какого-то юнца, который ей понравился, что после и вылилось в их внебрачный союз. Все это пошло комом, и из-за его непрофессиональности, из-за того, что он занимался черт знает чем, убили прошлую императрицу, и из-за его непрофессиональности сейчас императрица, ну, практически, на самом деле, если бы не игра, если бы это были какие-то там реальные события, то она бы тоже уже была мертва, потому что вон та так называемая сестра, я не вижу ни одного повода, для чего бы она оставляла мелкую в живых. Ну, то такое. О! Императрица Джессамина Колдин, кстати, предыдущая. Отрывки из книги о покойной императрице. Возможно, позже, взглянув ретро-перспективно, опа, да, другие историки увидят, с какой легкостью мы попались в ловушку, что расставили нам заговорщики, убившие императрицу Джессамину Колдуин. Позволив им писать историю, мы на многие годы уверовали, будто бы убил императрицу ее доверенный защитник Корво Аттана, что, как мы теперь знаем, было не так. Однако, даже после того, как подлецы были низложены, убиты и заключены в тюрьму, остается своего рода, всеобщая убежденность, что защитник короны – убийца Джессамины. Как услужливо они написали за нас историю, с какой готовностью мы, жадные до горячих слухов, поверили их россказням. Впрочем, прошло уже достаточно времени, и пора отринуть эту ложь. Злоумышленникам не следовало доверять ни судьбы империи, ни жизни Джессамины, ни тем более истину. Смотрите, вот эти вот строки... где это было, долгие годы.
Да, так вот, в первой части нам попадались такие строки, что Корво был в заключении в ожидании своей казни или что такое несколько лет. За это время, смотрите, там были косвенные такие признаки этого, что успели написать книгу про императрицу, пока мы были в заключении. Успели издать какие-то законы, и вроде как прошло несколько лет. А с другой стороны, мелкая не выросла ни копейки, пока мы типа несколько лет гнили в тюрьме. В общем, несколько таких нестыковок. С одной стороны, нам говорят, что Корва обвинили, и он провел в тюрьме несколько лет. А с другой стороны, нам дают несколько противоречий. И я, короче, не знаю. Ну, наверное, по канону считается та версия, что Корва обвинили, и он провел в тюрьме несколько лет. Ты туда не запрыгнешь? Запрыгнешь. Если вы меня спросите, зачем я это делаю, я не знаю. Там я вон нашел часы, которые можно заводить. Я тоже не знаю, зачем я это сделал. И тут, зачем я это делаю, я тоже не знаю. Просто пока рассказываю. Хорошо. Да, тут С садится, все. Даунволл. Надо выбираться из Даунволла. Интересно, интересно, что там с часами. Со средней высоты без всякого урона. Я крайне за себя рад. Я не в курсе. Не знаю, что это за корабль, но вдруг его капитан не откажет мне в помощи. Нам, кстати, по-моему, на этот корабль-то и надо, да? На корабль. Конец. Тайный проход. Предметы. Ключ от королевских покоев. Сведения. Конец. Мортимер Рамзи, можно запереть сокровищницу, нам достаточно воды и припасов. А, я мог его, типа, если не убивать, запереть его, да, ну нафиг. Тайный проход, есть тайный проход, да-да-да, Ника Меган Фостер, да, хорошо. У меня тут вся эта информация остается, прикольно. Я никогда не обращал на это внимания в первой части. Мог спокойно и не обратить внимания здесь. Хм. Так, ну мне туда. Хорошо. Тут я могу безопасно спуститься. А что будет, если я здесь тут, ну, не знаю. Такие хорошие уголочки, где, ну, я на месте авторов, на месте создателя игры, я бы что-то припрятал бы. Ну, хотя бы просто бонус за внимательность. Вот. Я пока до сих пор не разобрался полностью в механиках игры. Я не могу точно сказать, как что здесь работает. Больше всего меня пока что мучают часы, черт побери. Я не знаю, зачем я их завожу. Так, сюда можно спрыгнуть. Я не верю, что мне тут надо красться. Туда мне лучше не спрыгивать, я понял. Ага, это просто вот эта труба, да? Ну, так называемый воздуховод. Здесь я ничего не увижу. Ладно, не будем заморачиваться. Далила превратила Эмили в камень. Но я узнаю, как снять эти чары. Так, в то окно нельзя было, хорошо. Вот еще вопрос. Зачем превращать кого-то в камень, если это чары? И тем более, если они обратимы. Я не вижу в этом смысла. Ты хочешь устранить конкурентку, претендентку, кем бы то там она ни являлась. Гораздо же проще будет, ну, тупо убить ее или использовать, по крайней мере, чары, которые невозможно отменить. Наверное. Это Ворвань? Я обожгусь? Нет, не обожгусь. Но выглядит как Бакс Ворванью, кстати. Какой-то звук? Не-не-не, тебе показалось. Приемы в падении, ну-ка. Прыгая на врага, вы не получаете урон падения. Нажмите для приземления, чтобы провести убийство в падении. Или нажмите для проведения без несмертельного приема, который приведет вашего врага в бессознательное состояние. А, неважно. Подлый предатель. Так. А хлебушек я у тебя съем.
Почему эти бумаги подобрать не могу? Просит пустую бутылку, это отвлечь. Наверное, надо было бы, пока он здесь один, пока у меня есть возможность потренироваться, не убивать их, а душить в падении. Ну, наверное, в другой раз. А. Ладно, пойдемте. Кстати, наверное, все-таки не стоит шуметь. Даунволл. Это, кстати, электролиния. А, я понял, от чего это электролиния. В городе полно людей герцога. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевский покой. Корватана сбежал из башни. Надо его найти. Надо, надо. Приказ ясен? Конечно, чувак. Разойтись, все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса. И будем с ним до конца. Обратного пути нет. А чё не со мной до конца, а? А? Ушлёпок. Оп. Он мне такой, будь начеку. А я ему, а я начеку. Он мне, ну конечно. Но теперь-то я не вру. Пулю максимум. Ну-ка. Будьте готовы. Будьте на местах сразу после появления герцога и новой императрицы. Все пройдет очень быстро. Делайте, что должны, и получите свою долю. Предадите меня, и я попрошу герцога послать наемного убийцу к вашим престарелым родителям. Уверен, что вы не хотите, чтобы королевский убийца заявился вам к обеду, Мортимер Рамзи. Ну, как бы, да, их запугали, но вы же понимаете, что вам ничего не угрожало, если бы вы не рыпались. Императрица Эмили Колдуин и защитник короны Корватана преступники и находятся в розыске. За поимку врагов государства полагается награда. Эй! На твою, встань! Никуда ты не денешься! Нет, сука! Неплохо, пистолет опробовали зато. Иди сюда, чувак, тебя тут не хватает. Ты там не дергайся особо. Так. Обобрать, вот, я могу монеты забрать. Не знаю. Вот это все не выглядит. Они не выглядят так, как будто я хотел бы их не убивать. Они продались, к сожалению. Так, по сути, я потратил только один патрон. Эти люди продались, и причем явно невыгодно для себя. Смотрите, сколько своих друзей они поубивали ради всего этого. Своих друзей, которые были нам верны. Поэтому, ну, не знаю, такое себе. Я не хочу их оставлять в живых. Есть, конечно, вот это вот безграничное... доброта и всякое такое, я не знаю, я не из таких людей. А, о, это можно открыть. А зачем? Трупы прятать? Так, монетку я заберу. Пули дальше. Ну да, пули я дальше собирать не могу. Почему я не могу бумаги почитать? Мне кажется, ли здесь они немножечко пожлобились на писанину. Хотя вот писанина. Приказы капитана Рамзи всем личным составом городской стражи начнет дежурство в непосредственной близости от башни Даунволла. Завтра по случаю годовщины мы будем принимать гостей со всех концов империи. Подробности найдите в описании ваших маршрутов. Но из Карнаки прибудут гости, отсутствующие в списке. Это важные персоны, хоть и приглашены в последний момент. Прибывает герцог Сиркона со собственной персоной в сопровождении свиты и довольно экзотических приборов, цель которых произвести впечатление на императрицу. Приказываю впустить их и не донимать проверками и прочей ерундой. А кто приготовится, а кто проговорится, лишится головы. Передать этот приказ всем отрядам. Капитан Мортимер Рамзи, старший офицер, ночная стража. Блин, какая же тварь этот Рамзи? Нафига вы предлагаете мне вот это оставлять в живых? Ну ладно. Хорошо. Тут что-то интересное было, нет?
Пока я особо не вижу смысла таиться, не вижу смысла... Нет, смотри, сколько они народу перебили. Офигеть! Тут трупов просто дофига. Это все они перебили, кстати. Вот, я возьму. Тут, интересно, ничего такого нету. Вроде ничего. Хорошо, пойдем дальше. Остается. Тебя. Трупы, кстати, пустенькие. Внимание, граждане Данула. Жители Данула. Сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой. Хорватана объявлен в розыск как изменник. Эй, кто? Я не хочу умирать! Он не убивает! О-о-о! Окей, это было быстро. Надо вспомнить, на какую кнопку лечиться. На R. Блин, а где контрольная точка? Нет, ну только давайте не... Хотя... Ну что, после чекпоинта должна быть контрольная точка, да? Фиг там. Фиг там. Так, ладно, это мы читали. Ну, патроны у меня есть, пофиг, пойдемте. Давайте я тут буду... Я забыл совсем сохраняться, я что-то на эмоциях. Внимание, граждане Данула. Жители Данула. Сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой. Хорватана объявлен в розыск как изменник. Там людей убивают вообще-то. Полагается штраф и арест. Жители Данула, о, оставайтесь в своих домах. Не выходите на улицу, пока не закончится смута. Сейф. Спасибо. Интересно, сюда кто-то придет? Они тут тупо мародерствуют сейчас. То есть это даже не солдаты, это уже эти лутеры, как их в Америке сейчас называют. Блин, вот... Ого, тут есть второй этаж, а как туда попасть? Если он нарисован, значит он существует, значит туда можно попасть. А как? Я бы на самом деле сходил бы. Куда этот придурок делся? Он только что тут был. А, вон он. Ох, красиво. F5. Этих ребят я даже... мародеров этих, вот этих предателей, убийц и всякое такое, я даже не буду пытаться их душить или что-то такое. Жители Данула, слушайте. Ради безопасности вашей семьи сообщайте властям все, что вам известно об Эмили Колдуин и Корва Атана, убийцах и изменниках. Ясное дело, умею. Он что, считает меня идиотом? Я знаю все свои буквы и еще парочку. О, а сюда можно? Крысы. Блин, ну мне теперь это не будет давать покоя. Я хочу туда забраться. Или, минуточку, если это для повторного прохождения, тогда я с вами согласен. Если я потом здесь окажусь с этим... Это не выглядит как что-то, что я могу сломать. Если я потом окажусь здесь с магией, тогда это единственный способ, как я вижу, что я смогу туда забраться. Мне бы сейчас еще на самом деле арбалет не помешал бы. Ладно, пойдемте. Я что-то туплю, реально по многу туплю. F5. Нет! Нет! Тут что, смотри! Люди! Кто-нибудь! Что? Это защитник короны. А, в смысле... Кто-нибудь! Неплохо. На помощь! Я не хочу убивать! Неплохо раскидали. То есть, ну... Так-то...
Патроны надо где-то взять. Я понял, вот эти ребята, которые... О, побрать можно. 10 монет, неплохо. Вот эти, которые потемнее, они попрочнее будут, а те, которые в светлой одежке... Я тебя не трону. Просто, чтобы ты мне тут под руку не попался. Те, которые... О, так, в этот особняк мне обязательно надо зайти. Маску носишь? Да. Боишься, что узнают? Да. Минуточка, я могу поговорить. Я ложился спать и не боялся, что не проснусь на утро. Вот, кстати, видите, нормального человека мне не предлагают душить или... О, неплохо. Или что-то такое, поэтому... Хорошо. Сейчас по-быстренькому тут пробегусь, посмотрю, что я забыл, что не забыл. Маску носишь? Вот это был фейл, я по этой штуке жахнул, и она дзынькнула. Ну, короче, вы меня поняли. О, эликсирчик. Целебные эликсиры Соколова. Тут есть еще. Не надо вслух. Ну, до скорого. По тебе видно, что ты в состоянии о себе позаботиться. Осторожней! Почему он мне не нравится? Эй! Эй! Там кто-то... Эй! Кто здесь? Тут что творится? Я не хочу умирать! Застрял в текстурках. Что тут происходит? Где? Тут ничего не происходит, чувак. Ты бы задался вопросом, почему тут остальных трупов столько много. Да, Р лечится, кстати, теперь мы знаем. Я думал, изменилось это с прошлого раза, не изменилось. Так, хорошо. Все, этот переулочек мы подзачистили. Эликсирчик заберем. О, тут есть подъем на второй этаж каким-то образом. Мне тут чувак внизу не нравится. Так. Кто так? Вы кто? Кому-то плохо. Да ну. Как ты упал и не сдох? Что происходит? О! Ублюдок! Ты по мне попал. Тут внутри солдаты. Вы... А, так вы это все, собственно, и грабите. Все, я вас понял. Блин. Ну я-то тоже долутану на ве... О! Я потом скажу, что это были солдаты. Ой, блин. Откуда ты ко мне прибежал сюда-то, дорогой? Монеты, 50. Будильник можно завести. Там... Проклятие на мою голову! Да вряд ли на твою. Иди сюда. Это Корва, защитник Корона. Я не хочу умирать! Вы знаете, что делать? Я буду мстить! Никуда! Не денешься! Влюбишься и женишься! Ха-ха! Хедшот тебе! Минуточку. Вы здесь бесконечны или где? Давайте я сейчас быстро за патронами сбегаю. Так, я вон вернулся на предыдущий блокпост. Обнес его по части патрончиков. О, кстати, газетка. Королевский убийца снова носит удар. Граждане, так, это мы с вами читали. Если что, милости прошу в прошлую серию. Там все это было. Налоги, 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 налоги. Это, если что, написано не Техас, а Тексас. Налоги. Дверь заблокирована. Круто. Что меня немножечко сбивает? Вот это вот число. Ой, я это тоже могу завести. Зачем? Ну, как бы, для интерактивности спасибо.
Ну а вдруг это имеет какое-то значение? Хм. Там явно людям нехорошо на улице. Так, что у нас тут еще есть? А то я чувачка-то отсюда сбросил. Сбросил. Вот это мне на секундочку показалось, вот эта груша пыток, которая... Так, механику здесь немного поменяли. Как по мне, она чувствуется по-другому. Не знаю. Давайте похаваем. Это тоже заведем. О, отлично. Отличненько. Я могу тут что-то написать, напечатать. О, ну-ка, ну-ка. Лаура, не учи меня жить. Моя семья давно играет в эти игры и действую не один. Мы с друзьями сейчас работаем над подопытными памфлетами. Цель которых настроить общественное мнение против Эмили Колдуин и ее треклятого защитника короны. Заметка леди Брамбли называется «Незаконная дочь». Возможно, хотя бы это привлечет внимание придворных. Натан Беттенбридж почти закончил кару Корво Аттано. Я подумываю, не выпустить ли собственный памфлет. Власть парламенту? Скромное предложение. Да, она императрица, но даже владыкам порой приходится сгибаться под ношей, которую на них возлагаем мы. Сначала даунволдская знать, затем парламент. К началу следующего месяца смотри по стенам, расклеим наше творение сперва в столице, а потом и в Добокве, Альбе, Карнаке, Калкини и Яро. Лаура, у меня повсюду друзья, не забывай об этом ни на секунду. А, тут явно, кстати, какие-то заговорщики жили. Исходя из того, что мы прочитали. Интересное кино. В общем-то, картина, которая складывается у нас сейчас. Императрица такая себе на самом деле, и ее очень не любят люди. И ее не любит даже местная стража, которая, в принципе, с размахом 50 на 50 согласилась предать своих друзей, лишь бы совершить дворцовый переворот. Ну да, им там угрожали, все дела, но на самом деле... Ну, как бы, вы понимаете, к чему это все. Отрывок из книги о традициях мореплавания, о резьбе по кости. Как говорится, костяные амулеты – благословение моряка. Резьба – это давняя традиция, переходящая от морских волков безумным юнгам... А, это мы, кстати, читали. Не к безумным юнгам, а к безусым юнгам. Это я оговорился. И здравствуйте. Два пустых сейфа. А, их не два. Ох ты ж, ё! Пардоньте. Как бы подзалезть-то туда, посмотреть-то? Вроде ничего. Блин, там что-то есть. Там что-то есть, я хочу это достать. А как мне это сделать? Ладно. Разбить я это тоже не могу. Хорошо. А вот и выход на улицу. Дверь, которая была заперта. Так, это пишущая машинка. Эта штука бесполезна, по крайней мере, нам на данный момент. Это... тело. Случилось. Ты где? Ты чем это сказал? Так, ладно. Есть еще вот такая вот штука. Тут сейф пустой, а этот сейф... Ну, сейчас будет пустой. Блин, тут сейфов? Просто...
Блин, это ошибка с моей стороны так поступать. Надо всегда это сначала открывать. Был бы у меня, кстати, фонарик, я бы, наверное, от него не отказался. Тут, получается, тоже все эти сейфы. Ага. Тут уже тоже все облутано. А тут они... Тут они в два этажа. Угу, угу. Ну что ж, ситуация похожа на самом деле на то, что сейчас происходит в Америке. А, да, почитать тут нечего, к сожалению. Я просто тупо лутаюсь. Ладно, тогда пойдемте. Ну вот это вот, например, это же сделали явно солдаты, а не я или там кто-нибудь в этом роде. Так, все, тут я все обошел. Ну, это, ты там не это. Просто в табло сходу. Ты оклемаешься. Это все... Минуточку, это что, вроде как открытого мира? Да нет, они не могли сделать открытый мир. Ну, просто здесь везде столько можно... Здравствуйте. Тут везде столько можно позаходить, посмотреть. Блин, ребят. Я же не могу просто мимо всего этого пройти, правильно? Правильно, елки-палки, хавчик. Картина. Если видишь, на картине. А, квартира в Карнака-Мидай. А. Вроде ничего необычного, надеюсь. Так, тут пишущие машинки, тут документы, тут карты, тут... Ничего, просто картина, хорошо. Просто по прошлой серии у нас картины иногда могли нести какие-то сакральные смыслы или расшифровки, или еще чего. Поэтому я сейчас немножечко... А, пули у нас максимальные, хорошо. Немножечко переживаю насчет того, что я могу что-то упустить. Особенно учитывая то, что все здесь стало гораздо обширнее. Так скажем. Здрасте. Тебе тоже... А, нет, ты же у нас нормальный. Да, тебя в табло прописывать не буду. Хорошо, пойдемте проверим второй этаж. Возможно, здесь через какой-то второй этаж можно будет попасть. Вряд ли. Тут у нас сразу... Эй! А? Что? Не теряй голову. Упс. Позвольте пожать вашу руку. Хм, немножко черного юмора. А я-то тебе как благодарен, чувак. Тебя тут нету? Подойдите, давайте поговорим. А, ты нормальный. Да, этот поговорим. Вот из заговорщиков, точно вам говорю. И я видел, как он говорил с капитаном Рамзи из стражи. Понял. Сделанного не вернешь, но к убийствам я никакого отношения не имею. Знаю. Зря я напечатал про королевского убийцу. Меня убеждали, а я и согласился. Простите меня. Прощать не мое дело. Что бы ни случилось, береги себя. А когда придет время, расскажи людям правду. Расскажу. Не буду расспрашивать про ваши планы, но надеюсь, у вас все получится. Иначе Данулу конец. Окей, чувак. Окей. Я так понимаю, там у нас дальше про королевского убийцу. Ну что ж, на самом деле, вот тут я вполне верю. Королевский убийца, да, это все та же статья, все та же статья. Что? Убивать я тебя не буду, трогать я тебя не буду, чувак, отстань. Я
Я очень давно уже не сохранялся. Просто чертовски, да. Не-не, все нормально. Это я... У меня тут аудитория, я с ними разговариваю. Ты это особо это... О, монеты. Это у нас получается газет... Так, стоп, еще одна. Картина. Если видишь на картине. Хорошо, будем надеяться, что парень окажется честным. В прямом смысле слова. И потом расскажет про нас правду. Я не знаю, будет ли это потом влиять на сюжет или не будет. Пойдемте. Здесь мы побывали, здесь мы через дорогу. Бойлы. Стоп. Бойлы, откуда? Леди Бойл. Это же та одна из трех девушек, которую мы убили в первой части. Точно. Получается, что вот это вот место, ювелирка, принадлежало Бойлам. Так, все эти крысятники я облазил, да? Ладно, давайте. Вон там, вон, я попробую запомнить, есть второй этаж, на который я не смог попасть. Сейчас, ребят, секунду. Да, кстати, я пока шел проверять тот дом, решил походить тут снаружи и... Ну, не то, что снаружи вернуться. Я обнаружил, что вот здесь вот я не был. Интересно, что здесь? Давайте. Ну, мне кажется, что я здесь не был. По крайней мере, ну, тут двери все одинаковые. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Ну, а рыба. Неплохо. Никого? Так, хорошо. Давайте смотреть. Эликсирчик. Значит, я точно здесь не был. Такое я бы не упустил. Хавчик. Картина. Серконосские легенды. Потерянный корабль возвращается. О, серконосские легенды. Это... Призраки с него сходят или что? Ну, короче, да, неплохо. Забрать это нельзя? Нельзя. Ладно. Так. Ну. О, опять часики можно завести. Даунволлские доки. Корабль готовится к запуску, к отправлению. Насчет часов до сих пор это загадка для меня. Это неизвестно. Хорошо, что у нас тут? У нас тут камин, у нас тут почитать? Не? Не почитать? Горелка? Я что-то могу вскипятить? Шкафчик. Оп, блин. Так, тут шкафчик, тут ничего. Стоит ли мне это разбивать? А пофиг, разобью. А, тут у нас просто бутылки, да? Для отвлечения. Окей. Рыбий хвост подобрать? Это если кому-то леща хочешь дать, берешь такой рыбий хвост, такой. Ай, да. Блин, он еще так в стену влипает. Иди сюда. Неплохо. Кусок рыбы. Голова рыбы. Эй, приятель. Пс. Иди отсюда. Так, ладно. На тот шкаф я явно не заберусь. Тут вода, тут все дела. Бутылочки. Это не открывается. О, сейф. А, это сейф, который... Блин, меня игра разбаловала уже. Тут все сейфы открываются, просто подходишь. Тут код нужен, да? Давайте искать зацепки. Что у нас тут может быть? Книга есть. Ну-ка, дневник. Второй день, месяц Земли, 1852 год. Так, у нас есть 2, есть 1, 8, 5, 2, но слишком много цифр, должно быть что-то еще. Я прожил в Даунволле почти всю жизнь, пережил даже ужасную эпидемию крысиной чумы 15 лет назад. Я помню, как люди дрались и убивали друг друга за полупустой флакон эликсира. С тех пор я часами
часто имел дело со взломщиками и, наконец, решил продать свой дом в Клеверинге и переехать в более безопасное место. Уверен, раз я переселился так близко к башне Даунволла, меня больше не побеспокоит. Иногда я даже вижу, как проезжает в карете императрица. Однажды мне показалось, что я подсмотрел, как защитник короны наблюдает за уличной ссорой с соседней крыши. Теперь я чувствую себя в большей безопасности. Здесь не так просто, но можно проводить опыты без боязни. А, здесь не так просторно. Пардонте, но можно проводить опыты без боязни лишиться ценного лабораторного оборудования или средств, с которым моя работа так сильно зависит. Блин, тут тоже ничего. Но тут есть информация про соседнюю крышу. Королевский защитник наблюдал за ссорой с соседней крыши. Может, так как-то можно попасть? У нас точно больше ничего нету, да? Или что, или где? Так, ну тут бутылки, это понятно. Что у нас тут за картина? А что она не подписана? Картина не подписана? А, ее можно забрать. О, аргумент... Леди Бойл, стойте, это белая Бойл. Мы же черную убивали, была красная. Ну, давайте заберем. Здравствуйте! Иди сюда, так. Ну, три цифры, я, блин, еще не знаю, куда их можно ткнуть. Так. Та-та-да, круто. Что у нас тут? Это... Деньги, пистолетные патроны. Крутяк. Честно скажу. Суперски. Что у нас тут еще есть? Доска. Эти книжки точно не читаются? Здравствуйте, проволока. Ладно, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Блин, там все-таки, значит, можно как-то на крышу залезть. Эти картины точно не берутся? Если... Притык нет. Ну, там сразу отобразилось, что можно было ее взять. Ладно. А вот эта дверь, она открывается или нет? Это получается, я все это попропускал, да? Я молодец. Надо было сразу осознать, что да блин, я не вижу, что там написано. Так, Колдуин, Джессамина Колдуин. А, это спуск корабля, который они назвали в ее честь. Точно, было такое. Здравствуйте. Прости нас, Кейл, что заставили тебя ждать. Я заберу детей из Данула раньше, чем намечалось. За неделю или две до ближайшей годовщины смерти императрицы. Здесь скоро станет опасно. И дело не только в королевском убийце. О чем ты? К тому же нельзя упускать выгоду. Попробую перевести на юг несколько шахтеров и уладить кое-какие дела. До скорого. Милочку, ты что-то знал о том, что... О том, что намечается. Здесь скоро станет опасно, и дело даже не в королевском убийце. Это явно намек на то, что некоторые люди, возможно, что-то знали о том, что что-то произойдет. Так, насчет этого надо быть повнимательней. Персики я слопаю, пожалуй. Почему книжки нечитаемые? То есть, ну блин, ребят, это же Dishonored. Тут же можно читать вообще все подряд, все что угодно. Ладно, монетки я заберу. И это я, пожалуй, тоже заберу. А вот алкоголь это вредно. Часики заведем уже по старинной традиции. Тут книжки никакие у нас к секретам не ведут, если мы сейчас вот так вот пройдемся. Ладно, фиг с ними. Это мы, получается, две квартиры пропустили. Вот эту и вот эту. Вот эти картины, кстати, похожи. Вот это новое.
Ладно, все-таки пойду сейчас попробую поколупаться там. Может, я как-то смогу залезть наверх. Попробую несколько вариантов, ребят. Если получится, встретимся там. Если не получится, не знаю, короче, посмотрим, как получится. Ну вот, в общем, до встречи на месте. Я все-таки сюда приперся, я подумал, что если я какой-то урон смогу нанести вот этой доске, она упадет и что-то случится, я не могу попасть туда наверх, а я туда явно должен мочь попасть. Там есть второй и третий этаж, хоть они и ветхие. Я не вижу, как бы я мог это сделать. Я не допрыгиваю. Ладно, в общем, тогда попробуем запомнить это место. Я не знаю, будут ли здесь реиграбельные локации, как это было, например, в первой части, или мы просто отсюда уйдем. На мой взгляд, я бы здесь больше не стал бы задерживаться, но это, опять же, на мой взгляд, и ладно. Тут мы со всеми поговорили. Денежку я заберу, с вашего позволения. Так, а мне вообще... Мне вообще. Мне куда-то туда. Вон, корабль, 117 метров. Блин, давайте мы, может, доберем. Это Корва Атана. Это Корва Атана. Познакомьтесь. Привет. Оборвания не хватало. Потом убийство. Сегодня ночью то что творится? Или торговец? Но ваш костюм пошит у дорогого портного. Спасибо. Вечером идем играть в кости. Неспокойно как-то. Что творится с этим городом? Элайна слышала. Такое стражники между пропустить. Собой передрали. Плохо дело. Плохо. А, я же не спорю. Я не знаю, что происходит, но надо. Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Пойми меня правильно, если ты не закроешься, то... Я плачу все налоги, все подати. Я бы и взятки давала, лишь бы только дороги не перекрывали. Раньше в Дануале тяжело работалось, но времена-то меняются. Может, хоть банда шляпников сможет навариться на перевороте. О, банда шляпников, запомним это. Банда шляпников. Я у тебя тут перекушу немножечко. Съем тебе все яблоки. И грушу, и виноград, и вообще все. Еще и морковку. Потом пропустим по пивку. А то. Это не смешно. Я улыбаюсь, по-твоему? Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Позови. Стража! Что еще стрелял творится? Что? Что? Человеку плохо! Человеку плохо! Ну, ладно, да, согласен. Тут я переборщил. Этого делать не стоило по-человечески. Но ладно. Мне интересно, что там. Блин, офигеть тут трупов. Вот эта вот бабка меня бесит. Почему я не могу ее... Не убивайте меня! Я могу единственное, что тебя убить. И в том-то и дело, я не хочу этого делать. Так, тут рыба. Рыба, труп. Тел дофигища. Вот. И вон тот чел, который при этом спокойно вел торговлю. Не знаю. По-моему, это было неправильно. О, несчастья обрушились на Даунуолл. Проблемы в Даунуолле растут, как снежный ком. Что становится под, ставит под вопрос, как эффективны действия нашей императрицы, так и ее намерения. Если кто-то сомневается в том, что Эмили Колдуин бросила нас на произвол судьбы, пусть посмотрит на финансовый квартал Радшор, ныне известный как затопленный квартал. И хотя недавно он был осушен, радоваться рано, поскольку кварталу предстоит серьезное восстановление строительной работы из-за долгого пребывания под водой. У нас столько безработных. Разве это не подходящий момент для запуска великого проекта по восстановлению этого некого фешенебельного района? Увы.
подобных предложений не поступало. Опять же, императрица даже не пытается решить проблему дефицита в Орване, хотя все мы страдаем от нормирования. Общая картина некомпетентного руководства дополняется периодическими случайными смертями горожан от рук городской стражи, в то время как капитан Мортимер Рамзи, назначенный нашей императрицей, покрывает своих сослуживцев, которым должны были защитить нас. Ну вот опять же, нам говорится про полнейшую некомпетентность императрицы и то, что, ну, она фигней занимается. На меня никто не нападает. Смотри, сколько народу перебили, офигеть. Вот. Она занимается абсолютнейшей фигней, она полностью некомпетентна. Вот, назначает, так же, как и ее мамаша, назначает абсолютно каких-то левых, непотребных людей на высокие позиции, на высокие посты. Тело, труп. Логично. Что тело, оно же труп. Так. Что в караулке у нас? Давайте посмотрим. В караулке письмо. Капрал Блевинс. Это имечко. Никаких вопросов. Вы видите все корабли из порта. Скажите, что это в связи с годовщиной смерти нашей любимой императрицы Джусамины. Скажите, что конфискуете корабли в случае неповиновения. Мне все равно. Порт должен быть очищен. Утренняя стража доложила, что одна женщина не хочет уходить. Она капитан то ли павшего Дона, то ли падшего Стона, а вообще какой-то рухляди. Она требовала аудиенции у защитника короны. Если появится снова, арестовать ее немедленно. Это приказ, Блевинс, и поверьте, вам не нужны неприятности, капитан Рамзи. Рамзи работал, не покладая рук. Нужно найти корабль. У меня есть гранаты. О, учту. А ты кто у нас? Ты у нас стражник? Это было? Я не знаю, где что это прячешься? Было. Нигде, чувак, нигде. Нигде я не прячусь. Я прям за тебя, я не прячусь. Ой, блин, ты девушка. Нет, нет, нет. Что ты там сказал? О, нет, нет, нет. Ой, это я заберу. Надоел этот гвалт. Разве я мало денег плачу, чтобы меня от этого избавили? А, это у нас типа такая аристократия. На самом деле, вот эта бабулька меня бесит. Как будто стекло разбили. Если б только у меня была своя лодка. Нет у тебя своей лодки, успокойся. Шляпник. Шляпники — это банда, да? Что тут случилось? Давай-ка пока... Я надеюсь, ты не был NPC-шником, просто он меня красным подсвечивался. Было бы обидно, наверное, убить NPC-шника. О. Ворвань. Это я заберу. Это я заберу. Проволока тут везде. Нормально, нормально. О, пульки. Граната. Смеемся после слова лоб... граната. Так, ладно. Тут где-то есть третий? Интересно. Это враги. Надо поаккуратнее, наверное. Я мог вон там спуститься, я понял, да. Так, тут у нас трупы. Ну да, я сейчас подхожу к кораблю. Меня на самом деле настораживает, что я так и не смог попасть туда, на третий этаж. И... Черт побери.
Опа! Искупайся. Мне на ту лодку, что ли? Да? Ну, по сути, мне надо попасть на корабль. Кстати, Dreadful Whale. Хорошо. Я сейчас быстренько здесь осмотрюсь, и если что, топнем уже на корабль, по крайней мере. Будем знать уже, что... Да, вот тут основной проход был, куда мне нужно было. Тут трупов просто нечеловеческое количество. Очень бы хотелось ничего не пропустить. Вот это я к чему. Так, ладно. О, а тут что? Здравствуйте. А я тут был разве? Нету баки с ворванью. А зачем мне сюда? Только за пистолетом? Вряд ли. Зачем я здесь? Потому что могу вот так вот пройти, но зачем? Честно, друзья, это нелогично. Что? Кому-то плохо. Тебе сейчас поплохеет. Но он не высвечивается у меня красным. Не буду ему плохеть. Заплати то, что ты должен. Заплати то, что ты должен. Я его дверью пришиб. Ну, тут, короче, да, тут были бойды. Я тут все обнес. Ну, не я, я тут дообнес просто. Даунволлский курьер — это газета. О. Ну, вот это все я облазил. Я сейчас просто пытаюсь найти способ добраться на второй этаж, но я его не вижу. Короче, все, ребят, я забиваю. Не знаю, мне очень не нравится уходить, оставляя после себя вот такие вот места, в которые я так и не смог попасть. Но я ухожу, потому что, ну, я потратил, наверное, на эту зону больше времени, чем следовало бы. Подкаты здесь лучше не делать, блин, это выглядит просто отвратительно. Также я рассчитывал, что я разберусь со стражниками, тут что-то наладится, тут ничего не ладится. Лодка. А как вы мне предлагаете? Вы мне предлагаете плыть? У меня была лодка, но я лучше поплыву, да? Корво не ищет легких путей. Что делать-то? Ничего, пошли, ничего. Да. Лорд Атана, вы должны меня выслушать. Я туда собирался посмотреть. Лорд-защитник. Да, вы да. Вы простите, но видок у вас краши в гроб кладут. Сегодня а ты вообще... Ладно, произошел переворот. Меня назвали королевским убийцей. Я Меган Фостер. Работаю на вашего старого союзника, Антона Соколова. Так ты на Соколыча работаешь? Я здесь, чтобы понятно. Сказать, на юге затевается нечто жуткое. Антона я знаю. А ты где руку потеряла? Герцог здесь с некой Даливой, она захватила трон. Эмили, у них, а я едва выбрался. Мне нужно укрыться, собраться с силами. Дануэл всегда приносит несчастье. Здесь просто край мира. Я хочу добраться до Карнаки. Королевский убийца начал оттуда. Оттуда же приехала Далила. Нужно понять, что вообще происходит. Падший дом доставит вас. Выходим? Ну, типа... Блин, я не знаю. Да, да. Все. Ну, я там все обобрал, куда смог дотянуться. Поэтому выходим. Да. Смертность. Убито мирных людей. Когда я убил мирного человека? А, повара. Повара я убил. Точно, точно, точно. Особое действие. Свобода печати. Вы спасли газетчика. Да, спас. Слова Джессамины. Вы запустили старую аудиограмму от императрицы Джессамины. Да. Это было на шкафу, которая в прошлой серии, я вспомнил.
Имперская комната забрали из сокровищницы в башне Даунвелла столько золота, сколько смогли унести. Да, то есть тут все сделано. Хорошо. Продолжить, конечно. Странный визит. Что-то здесь не так. Попытайтесь понять, что происходит. Если как бы не так все, например, что здесь может быть не так? Мы на этой посудине, да? Что-то не так. И в то же время все так знакомо. Пытайтесь понять, что не так. Дверь заблокирована. Что-то. Здравствуйте. Я помню этот бесконечный холод. Да я уж понял, к чему это. Давайте, давайте, давайте мне эту суперсилу, магию, все дела. Покажись. Корво, мой друг. Боюсь, ты потерял. Даже он нас стебет. Просто. Я не случайно дал тебе метку. Что будет с достойным человеком, если разрушить его жизнь и втоптать его в грязь? А затем дать ему шанс. Ты бы себя видел. Когда-то ты полностью отдался во власть смерти и ужаса. А потом сделал все, чтобы кошмар не вернулся. Ой, там кит поплыл. Но он снова здесь. Ты знаешь, куда ведет этот путь? Странный кит. Ты вновь... Знаю, чувак, дай мне метку и все. Ты же такой добряк. Кто добряк? Принять метку... Отвергнуть метку, режим безумный. Не-не-не, принимаем. Вы чё, вся суть игры вот здесь, это играть с магией. Вы чё, конечно, принять метку? Как раньше, давным-давно. Бездна. Она всегда была здесь. Не думал, так, что снова окажусь здесь. Это все так же здорово. Звуки, кстати, также не поменяли. А теперь я спасу дочь и верну ей трон. Говорю, сюда телепортнись. О, да. Это то, что у Бойлов мы видели, да? Руна? Я здесь уже бывал. А, сердце. Да, сердце. Я забыл про это. Знаю тебя. Ты помнишь? Ой, это Джессамина. Это было так давно. Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Джессамина? Да, это Джессамина. Мне достаточно слышать хотя бы эхо твоего голоса. Хотя бы его. Я всего лишь частица самой себя. И мне осталось недолго. Да ты и так уже сколько лет как дух провела. Я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить себя в свои объятия. Но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня. И я направлю тебя, если смогу. У нас будет духовный компаньон? Куда мы шаримся? Здесь нет звезд на небе. Здесь нет неба. Я понял, Кэп, спасибо. Здесь никого не должно быть. И нас тоже. Руна, 80 метров. Куда?
та запрыгнета. О! Но это у нас... кто такая Далила? Далила. Сестра Джессамины? С меткой чужого? Мало кто видел это место. Среди них две императрицы. Давай, берем. Далила убивала за пару башмаков. И в тот же год писала величайшие портреты своего времени. Разве не Соколов у нас был там величайшим художником? Ну ладно. Ее амбиции, талант, острый ум привлекли к ней людей. И привели к тому, что случилось в башне. Угу. Далила не торопится. Она заняла престол, но раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится. А что еще надо? И сфига ли ты мне опять помогаешь? Короче, ты так развлекаешься или в чем прикол? Ну ладно. Встретитесь в с Меган Фостер, обсудите с ней план действий, а затем отправляйтесь на шлюпке в Карнаку. Когда тебе кажется, что ты все понял, когда едва успеваешь расслабиться, ты вдруг поднимаешь взгляд и видишь у ворот волков с окровавленными мордами. Волков, которые хотят выжрать твои кишки. Все рухнуло в бездну. Последний раз я видел Карнаку, когда мне было 18. Я садился на корабль, который шел в Данул. Было утро, я танцевал и пил всю ночь накануне. Я гордился тем, что попал в милость к старому герцогу. И считал себя величайшим фехтовальщиком островов. С того дня прошло 36 лет. Я похоронил множество врагов. Многие из них получили по заслугам. Я остановил десятки убийц. Но в кошмарах вижу лишь того, кто прорвался к цели. Кто бы мог подумать, что я вернусь в Карнаку как преступник, что буду снова идти по следу убийцы, что опять буду скрываться, готовясь вновь пролить реки крови. Вот такой вот ты неудачник по жизни, Корво. Чего поделать. На самом деле, я так говорю, потому что ну, я совсем не вижу причины, почему я должен сопереживать Корво или императрице. Императрица, что Джессамина, что ее дочь, они обе бездарные. Корво, как защитник, абсолютнейший бездарный. Амулеты. Нет, давайте, ребятки, что я сделаю? Давайте я вот так вот нажму F5-очку. И увидимся мы тогда с вами в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Там уже будет видно что да как. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.